Выявляется, что он подозревает в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, часть 2 статьи 105 УК РФ, то есть совершение убийства. Вам понятно? Да. Вину в совершении преступления признаете? Да. Содеянным раскаиваетесь? Проходим по прямой. Вот до дома по переулку Дье я совершил 2 убийства в доме по переулку. Совершил еще одно убийство. Это в доме, который сейчас перед нами находится, который да. разделен.